сначала мы поели сладкой ваты, ну, Ксюша. Вот, потом делали вот такую прекрасную открытку на мастер-классе. А потом всех именинников, у нее было 4 дня назад день рождения, угощали тортом очень вкусным, с орешками. Вообще любим очень муравей, потому что здесь всегда есть чем заняться. Очень приятно, что детям здесь уделяется такое внимание. Я люблю всякие делать открытки, подделки. Дома я почти всегда их делаю. И мне сегодня очень понравилось. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня делал? Что у тебя за открытка такая? Я сегодня ее делаю. А что ты делала? Лепила цветочки, вырезала? Расскажи. Я их вырезала, мне помогала бабуля. Мы сегодня делали замечательную открытку. Замечательную. Я даже не ждала, что будет такая открытка. Я думала, просто будет праздник, там они пошутят, погуляют, повеселятся. А оказывается, еще вот что мы приготовили для мамочки. Она придет и подарит, скажет, своими руками сделала, ну, чуть-чуть бабушка помогала.